меняем ногу. Он сказал, меняем ногу. Ребят, сейчас долго будем делать. Не размазывайте позицию. Сейчас последите, что ноги у нас все время мягкие, да, выстреливают у нас ноги из-под корпуса. И стопы, правильная работа стоп. Ну и променадная позиция. Не забудьте, да, что мы все время стоим в скрученной променадной позиции очень сильно. Ну что, поехали? Поехали. Всем веселого карантина, всем здоровья. Увидимся в среду. Давайте до среды. Да. Thank you.
Ребята, у меня сейчас будет небольшое уточнение.